Что, добро пожаловать в новый влог. Влог из кемпинга. Мы только приехали, заселяемся, разместились. Короче, у нас с Томиком здесь прям конкретная кровать, практически как у нас дома. Здесь полотенце, сейчас пойдем мыться, а дети будут спать там наверху. Хотите прикол? Мои мужчины что-то не продумали. У нас таки работает кондиционер, все классно. Не учитывая того, что дверь в кемпер все равно открыта. И та-да-да-дам! Труба с теплым воздухом у нас тоже идет внутрь. Логика железная, поэтому и охлаждаемся, и сразу греемся. Ну а что? Привет-привет! Добро пожаловать в новый влог. Сижу в тенечке. Сегодня обещают такую жару, 36 градусов в тени, и мне кажется, я просто плавлюсь, даже утром. Наш второй день пребывания на кемпинге. Амсори, я пыталась найти какое-то место, где будет потише, но утром с этим сложности. И в целом мне все очень нравится, я дальше поснимаю вам территорию, покажу, что и как здесь. Очень чисто, все опрятно. И в течение дня, и там после 10 вечера, здесь уже нет такого движа. Но первая ночь прошла для меня ужасно, потому что я практически не спала. Тоже поделюсь, почему. Сегодня мне уже полегче, хотя бы 5 часов сна кое-как за мной. Но я думаю, что с такой проблемой сталкиваются не все. Настрой у меня хороший. Вчера, конечно, хорошо, что я ничего не снимала, потому что... У меня было настроение собираться и ехать назад. То есть я представила, что так будет 10 дней, но все же продолжаю надеяться на лучшее. Сейчас мы идем на пляж, и, между прочим, мы не на том кемпинге, куда собирались ехать изначально. Я чуть-чуть сманипулировала мужем, и мы оказались в более комфортном, таком чистом и цивилизованном месте. Но они были довольны и тем. Обо всем по чуть-чуть в течение этого влога, а сейчас идем купаться, потому что жара, ну, так как в Хорватии летом, особенно в августе, здесь очень тепло. И да, я не сказала, где мы снова в Хорватии. Дорога на пляж занимает где-то 500 метров, там плюс-минус 5-10 минут. Мы остановились в такой итальянской, как мне кажется, деревушке на севере Хорватии, и обычно здесь было гораздо меньше людей. Сейчас очень много, все с зонтами, потому что, ну, тенечка здесь практически нет, что мне сказать, совсем нет. Вот, много людей с детьми, здесь на пляже галька и вот такие большие камни. Здесь, конечно же, есть и обычные апартаменты, и отели вот перед нами, которые можно арендовать, но мы даже не проверяли доступность. Несколько раз в день рыбаки привозят свежайшую рыбу, ее можно купить и сделать там на гриле или дома приготовить, а также рестораны приобретают ее. И кальмары также привозят, особенно на вот этой большой лодке. Мы видели там красные креветки адриатические, всякое разное. И еще вот там, куда я сейчас отправляюсь, мои дети прыгают в море с Томиком. Там даже подростки хорватские на спиннинг ловят такую огромную рыбу. Я была в шоке. Знаете, что самое кайфовое в августе в Хорватии? Это инжир. Только в Крыму я ела такой же вкусный. И вот такой формы я еще никогда не видела. Люблю и зеленый, и также вот этот фиолетовый. И я всегда выбираю вот такой, аж, знаете, треснутый, потому что он максимально спелый, вкусный и сладкий. Вместо десерта сегодня. Ну просто мед. Обожаю. Мой завтрак в Хорватии, независимо от того, кемпинг или нет, выглядит всегда так. Я очень люблю вот этот творог. И Томак даже если сам идет в магазин, он знает, что мне нужно его купить. Он очень вкусный, нежный, такой, знаете, не сухой. И какие-то фрукты. Вот у меня нектарин. Загар, пожалуйста. Загар все-таки сегодня выльет мне кофе. Дедушка взял растворимый. Томак приносил мне какой-то другой, но он меня... Нет, не взбодрил, поэтому еще раз пьем кофе с дедом. И потом еще нужно сделать завтрак детям. Приятного аппетита! У нас каждое утро мастер-шеф Шимон.
Он тут лучше всех из нас подготовлен к кемпингу. Вообще он тут на конце света, наверное, выживет. У него, кстати, очень классная такая... Это не духовка, как она? Плита туристическая, да. Она очень компактная. Я все искала, где же она. Она складывается и вообще не видно. Не занимает места. И это из деда-прадеда буквально. Вот там газовый баллон тоже. Раритет, можно сказать, который он сам наполняет. И кофеварку даже привез. Какой молодец. А это яичница для всех сегодня. Завтрак подано. Причем разный. Я ела творожок. У Тоси молочная каша. У мальчиков бутерброды. У нас сегодня утренний переезд на другую локацию. И яичница. Показываю вам, как мы тут обустроились. Надеюсь, моя камера будет работать. Что-то она шванкует. И вчера совсем не хотела включаться. С этой стороны у нас такой рабочий столик. Он наших друзей. С креслами. Еще, кстати, кресла они забрали в тенечек к себе туда. И у нас просто больше места в тени, поэтому Шимон готовил нам завтрак здесь. Видите, он вообще серьезно готовится к поездкам. У него все необходимое. Они, кстати, на кето-диете всей семьей. Это их образ жизни, поэтому у них специфическое питание. Так что тут и мука такая, скажем, которую не встретишь даже в магазинах. Ее нужно искать. Он вообще обожает кемпинг. И у него тут и газовая плита с газовым баллоном и так далее. Завтра, когда будем готовить завтрак, покажу вам. Мы так немножко дополнили друг друга какими-то подносами, сковородками и так далее. Это дедушка заряжает наши фонарики. Здесь вещи, которые сейчас забираем на пляж. Очень жарко, я прям погибаю. Это наш шеф. Тато, повез честь. Муви же естесь нашим шефом. Да, дедушка пережидает жару. У нас вот такой столик обеденный. Нам его вполне достаточно для того, чтобы быстро что-то перекусить. Мои вещи на пляж, детские шапки. Я думаю, что в следующем году мы будем более организованными, но как есть. Не было куда повесить вот эту вот штуку для сушки полотенец и всякого такого, поэтому импровизация, как она есть. Рядышком детская площадка, между прочим, детвора сюда действительно приходит. И здесь интернациональное общество, люди из абсолютно разных стран. И вот то, что мне нравится, это вот такой летний домик, который построен с, ну, не самых, наверное, прочных материалов, но выглядит очень прикольно. Смотрите, со второй стороны там еще, наверное, прицеп, а не кампер, и сюда уже приехали люди. Вот это портативный туалет. Его потом достаешь и чистишь. Вот этот домик, наверное, постарше, но приезжают посетители несколько раз в год, хозяева. То есть часть таких домиков и прицепов можно арендовать на месте, но я так понимаю, что здесь постоянный хозяин, и этот домик чисто для него. Здесь вот посажен розмарин, видите, всякие там пальмочки, травы и так далее. И у них уже подведена вода, электричество. И, конечно, здесь не так много мест в тени. Вот этот домик нагревается, но я предполагаю, что у них есть кондиционер. Солнечная батарея присутствует, всякие там декоративные штучки, камни. Вот еще одно чье-то зарезервированное или выкупленное место на многие годы, наверное, ну, месяца как минимум. Выглядит так, как будто сюда просто кто-то приезжает, когда есть свободное время. Банановое дерево. О, офигеть! Что-то растут бананы? Наверное, посрывали или... Что? Прикольно. Девочки, очень темно на объективе. Я надеюсь, что что-то там видно из того, что я показываю и рассказываю. Место для гриля. Они, наверное, приезжают и все это вычищают. Виноградник. Но, наверное, давненько здесь никого не было. Такая палатка. Она не собирается, не разбирается. Вот ее раз как поставили, и все. Видите, на каждом месте для палатки или для кампера, вот это, наверное, для палаток, посыпано такими камушками, чтобы было, ну, почище, да? О,
Захар идет с велосипедом, или это не Захар, а кто-то в таких же шортах. Это палаточная база наших друзей. У них супер организация. Если они будут не против, я покажу вам их двухкомнатную палатку. И она еще, знаете, такая затемненная в месте, где спят, то есть в спальне. И мы ее передвинули вчера, потому что она чуть больше стояла на солнце. Но в такую погоду, слушайте, жарко всем. Все тут ходим, хэкаем. У многих людей вот такой вагончик, и рядом еще палатка. Типа, знаете, как кухня там, наверное, или просто прихожая. Господи, я стою, с меня прям льется. И здесь, конечно, у них кайфово, потому что полный тенечек, столик, и многие люди не выходят в течение дня из кемпинга, сидят там, читают книжки, просто релаксируют и не ходят на пляж, а может, ходят вечером. Офис Томаша на сегодня. Видите, он там сидит, работает на компьютере, а мы с вами идем смотреть общую кухню, душ и туалет. На территории всякие там растения, пальмочки и так далее, очень приятно. И вообще здесь так свежо, если не торчать на солнце, то вполне себе. Это у нас место, наверное, для того, чтобы набирать воду для кампера. Есть еще отдельная чистка. Это общая кухня. Мы сюда приходим мыть посуду. Сегодня с Марленкой пришли, мыли все сковородки и так далее, потому что Шимон готовил. Обычно здесь очень чисто и порядок. Сейчас просто кто-то моет посуду или собирается. Каждый приходит со своим посудомоем. С вот такой вот корзинкой какой-нибудь, емкостью, чтобы это все забрать. Отдельный контейнер для еды. Общий холодильник у нас есть свой в кампере, и он работает. И у Шимона еще переносной. Здесь морозильная камера. Кстати, мы что-то оставляли, и вроде как ничего не свистнули. Вот люди держат свою еду, напитки. Я не думаю, что здесь кто-то что-то ворует, но... Во всяком случае, я склонна доверять людям. Общий душ, но отдельный для мужчин и для женщин. Я еще ни разу не стояла здесь в очереди, как-то долго прям не ждала. Вечером включается свет, тихо, как-то культурно, без неприятных запахов. Я чистоплюйка, поэтому, не выдержала бы сильно грязного душа и так далее. Опять же, убираются несколько раз в день. Вешалки, на которых можно оставить свои вещи. Например, я оставляю косметичку, там беру что-то необходимое в душ, и никто у меня ничего там не украл. Вот одна душевая кабина. Таких мест здесь несколько. То есть можно помыться в ближайшей к твоему там, к своей базе, камперу или палатке. И здесь уже отдельные туалеты. Место для того, чтобы ребеночка там перепеленать, если кому-то это необходимо. Здесь, кстати, с очень маленькими детьми люди. И давайте покажу вам туалет. Постоянно есть туалетная бумага. Вот реально, девчонки, чисто. Или нам повезло так в этот раз с культурными людьми. Потому что многое зависит от нас самих, а не от того, как часто убираются, правда? Есть супер классные места, прям в тенечке под большими деревьями, но их не так много. И они зачастую зарезервированы на год вперед. Так, тут у нас планировка нашего кемпинга. Вот вся территория. Как бы так показать, чтобы не отсвечивало. Мы только что с вами были вот тут в туалете. Наше место 21. То есть мы буквально при входе на кемпинг. И также там еще дальше, видите, сколько разных мест. И для палаток, и для камперов. Сегодня у нас понедельник, многие повыезжали. И вот написано, что ночная тишина с 23 до 6 утра. Но я бы сказала, что... Здесь никакого движа нет, с 10 вечера и до 7 утра все как-то тихонечко ходят там или сидят, общаются рядом со своими базами отдыха, и никто не мешает друг другу. Вот мужчины убираются, кстати, пошли там с граблями, со всякими. Нужно подсмотреть, что тут у людей, чтобы на следующий год основательнее подойти к подготовке, чтобы я вообще понимала, что еще существует для такого вида отдыха. Если меня возьмут в следующий раз. Вот урны всякие. Кстати, мусора совсем нет. Здесь очень чисто. И мне еще нравится вот такого плана прицепы. Они сами себе его притянули.
с другой стороны. И еще ставится вот это типа как полупалатка, да, и тогда у тебя еще дополнительный тенек, место для отдыха, для обеда или там для кухни, кто на что гораст, кто что придумал. Люди настолько приветливы, и мы с ними пообщались, они здесь 30-й раз, 30 лет приезжают сюда, они объехали всю Хорватию, говорят, что это самый классный кемпинг, такие пожилые позитивчики, ой, обожаю таких. Смотрите, вот там они пошли, бабушка с дедушкой. Многие сейчас на пляже, я быстренько пробегусь по кемпингу и потом обещала забрать детей, но хочу немножко переждать вот эту адскую жару. Видите, есть еще вот такие машины. Это, наверное, не совсем кампер, это как обычный вот такой вот бусик, и он переделан под кампер, и сверху там вот место для того, чтобы спать. И это достаточно популярно, и, кстати, для него уже не нужны там дополнительные разрешения, он весит так же, как обычный автомобиль, да, но он внутри оборудован под кампер. Тоже классная идея. Моему Томику она очень-очень нравится. Вот тут видите такие места, где уже все отделено, и ты как будто рядом с соседями, но у тебя свое личное место, ты отгорожен зеленью. И мы здесь были первый раз, наверное, или год тому назад, или 2 года рассматривали. Ну, конечно, многие места зарезервированы со всякими там цветами и так далее, но если заранее готовиться к такой поездке, то вообще будет супер. Кстати, наше место тоже свободно там 6 дней, только потом нам нужно будет перепарковаться и устроить нашу базу в другом месте, где-то недалеко от вот этого общедоступного гриля. То есть каждый может им пользоваться. Видите, здесь тоже лавочки, сразу можно сесть, поужинать, пообедать даже, не знаю, очень жарко. Угли. Ну, симпатично здесь. Очень спокойно. Даже когда маленькие дети, то их особо не слышно, чтобы они там кричали и так далее. Ну а сейчас, по нашей с вами небольшой традиции, мы отправляемся на виртуальную прогулку по побережью, по поселку, который называется Мощеницка Драга. Я хотела бы показать вам красоту этого места. Он небольшой, но здесь есть абсолютно все то, что нужно как отдыхающему, так и местному. И также чуть-чуть озвучу цены, потому что они достаточно сильно разнятся. Почему мы так часто ездим в Хорватию и почему она нам нравится? Во-первых, мы нацелены на купание, и здесь роскошное море. Оно настолько чистое, прозрачное, да, немножко прохладное, но когда за бортом очень жарко, то наоборот, прохладная вода очень даже кстати. И мы вот в прошлом году были в Италии на море несколько дней или неделю где-то. Да, оно там теплее, но оно настолько грязное, очень много водорослей, и само побережье нам больше нравится в Хорватии. Вот это сочетание кристально чистой такой бирюзовой воды с горами просто невероятное, поэтому только в этом году мы здесь уже 3-й раз. Очень горжусь нашими малыми, вижу результаты того, что они ходят на плавание. Они абсолютно спокойно плавают и в открытом море, и ныряют. Взяли с собой ласты, маски, изучали морское дно, рассматривали крабов и рыбок всяких разных. Что касается пляжа, то мы в основном были на основном, который находится в центре города, в бухте. Но также есть и не каменный пляж, а, ну, типа, как знаете, такой деревянный, там расставлены лежаки, которые можно арендовать. Также есть отдельный пляж для людей, которые с домашними питомцами. И прогулявшись дальше по набережной в тенечке, можно попасть еще на один пляж, где уже больше местных, но также там можно встретить отдыхающих людей. В этом сезоне было достаточно много. А что по ценам? Они самые высокие, конечно же, на побережье. На примере порции кальмаров, там с картошкой фри или с отварным картофелем, на побережье они будут стоить 17 евро, чуть дальше где-то 14, и в 10 минутах ходьбы можно найти порцию даже за 7-8 евро. Но иногда она бывает поменьше. Цена ниже, но значительно меньше порция. Также есть магазины,
большие и поменьше, и вот такие прилавки с фруктами, с овощами. Иногда мы ходили с дедушкой в фастфуды, очень вкусное цевапи, цевапчичи, это местное блюдо. Или дедушка наш вообще каждый день ел кальмары, настолько сильно они ему здесь нравятся. Каждый день в этом туристическом поселке были какие-то бесплатные активности для отдыхающих и для местных. Это и какие-то концерты, и кино под открытым небом прямо вот в порту. Можно арендовать скутеры, у нас была своя лодка, точнее каяк, но самое главное то, ради чего мы сюда приехали, это кемпинг и купание. И мы все остались однозначно довольны. Время обеда. Наш папа пошел куда-то там в горы. Не знаю, как в такую жару он может. А мы едим. У меня брускетта, кстати, очень классная пиццерия. У мальчиков маргарита. Мы сегодня просто спасаемся от жары как можем. Ну, я заказала себе винишко. Может, буду лучше спать в итоге. Да? Чем можно заниматься? Но мы ж не все время на кемпинге сидим. Оказалось, что у нашего дедушки есть удочка. И тут вот дядя с папой учат детей ловить рыбу. В порту ее много. И Захар сегодня поймал 2. Представляете, какой молодец. Тут подростки такие вообще рыбины вытягивают. Я в шоке. Может, и у нас что-то будет сегодня на ужин. Но вообще у Шимона, нашего друга, есть и более серьезное оборудование. О, сорвалась для ловли рыбы. Дядя показывает, как правильно этим всем заниматься. Сегодня мастер-класс от Игната. Как скакать. Он, кстати, умеет где-то 5 способами. Так. Номер 1, но, наверное, не старался. Все равно молодец, я и так не умею. Супер! Teraz drugi sposób. Это вообще мне очень нравится. С колена. Так. Скупче. Бомбочкой. Захар когда-то мне показал сальто, и все, после этого запретила. Никакого сальто в воде. Это очень опасно. Называется «Повзрослели, поумели». Раньше я не понимала, я очень злилась на маму, когда мы с ней ездили отдыхать. Я была подростком и помладше. Меня так злило то, что она сгоняла нас с пляжа около 11-12 часов дня. И потом мы выходили снова на пляж там после 4. Сейчас, конечно, мы приходим в разное время на пляж, но в основном тусуемся в тенечке. И я сейчас даже не смогла поставить зонт. У нас украли бутылку. Такую большую, куда мы наливали воду. Вчера не успели забрать ее с пляжа, собирали вещи, и кто-то ее свистнул. Видим, кто, ну уж ладно. Вот, ее сюда принес Томик. В любом случае, разложила хоть так зонт, он сейчас придет, что-то сообразит, и SPF 30, SPF 50, на лице такой вообще бесконечный SPF, и я сижу, девочки, плавлюсь просто, я понимаю, что я теку. Прям вообще с каждой стороны вот градом, вот настолько жарко. И я не помню, когда на Истрии была температура 36 градусов. Ну, то есть на юге Хорватии, да, но на севере, точнее, это даже не Истрия, а мы на Кварнере. Вот. Здесь всегда попрохладнее ночи. Но в этом году прям погода изменилась. Ничего страшного. Это тоже терпимо, это лучше, чем дождь. Поэтому нефиг жаловаться. Сейчас пойдем окунаться в воду. Шапочки, зонтик, и все будет хорошо. Все, что вам нужно знать о нашей семье. Дети спокойно себя ловят рыбу. Вон Захарка идет туда снова. Удочки. Я сижу под зонтиком, периодически все плаваем, а Томик носится со своей лодкой. Ой, со своим каяком надувным, который постоянно где-то там пропускает воздух и сдувается, он уже супер клеем заклеивает. Полдня прошло, вчера то же самое, так они никуда и не поплыли, и сегодня. Он не может сидеть на месте и чем-то таким вот нудным заниматься. О. Еще классная тема, вот такие пляжные палатки. У нас, между прочим, когда-то была типа вот такой, когда Захар был маленьким, а потом
не знаю, куда она делась. А вот эта палатка наших друзей, я думаю, в следующем году мы такой тоже обзаведемся. Ну что, друзья мои, третий день нашего пребывания на кемпинге. Я сегодня наконец-то выспалась. И мне по-настоящему начало нравиться, но в первые дни я была всем довольна. Я даже немножко расстроилась из-за того, что я тупо не могла спать. Но сегодня я выспалась, даже немножко примарафетилась, переоделась. Приехали наши друзья. Мы сегодня идем вместе в ресторан, потом возьмем вино и будем сидеть на берегу моря, слушать шум воды, также наблюдать звездопад. Здесь не просто видны звезды, а прям виден звездопад. Это так красиво. Никогда не успеваю загадать желание, но тем не менее очень атмосферно, и у нас классные отношения с нашими друзьями, и я уверена, что это будет потрясающий вечер. Говоря о том, как я немного сманипулировала мужем, когда мы ехали сюда, кстати, у нас сломался в машине кондиционер, поэтому это была та еще веселуха. Мы так смеялись, девочки, потому что как раз включилась такая кантри-музыка, мы с открытыми окнами, знаете, выставлен локоть, и едем все потные, липкие, жара. Но что-то в этом есть, и никто особо не расстроился. И я была уверена в том, что муж забронировал место на кемпинге, на которое они изначально собирались, на котором были в прошлом году. Но оказалось, что нет, он просто узнал, что там есть места. И говорит, тот, который нравится тебе, и ему тоже. И он глянул и сказал, что там места нет. А я думаю, дай-ка я туда прям позвоню. На ресепшене говорят на английском, я позвонила, сказали, да, на 6 дней вообще без вопросов, а потом может кто-то уехать, так что придется переехать на другое место для кемпинга. Я ему так, знаете, издалека, Томак, я тут позвонила, узнала, не на букинге, не на сайте, а напрямую, и мне сказали, что места есть. Он, ну ладно, поехали сюда. Почему я хотела именно на этот кемпинг? Во-первых, мы были и там посмотреть, но здесь чище, и здесь вот то место, где стоят палатки и камперы, автодома, здесь камушки, а не земля, поэтому красная хорватская земля не будет заноситься в кампер, в палатку, и по той же причине чище в душе, и в целом здесь как-то так прикольнее, я не знаю, мне здесь больше нравится, и сам кемпинг не находится на отшибе, не просто на пляже, да, он чуть дальше, чем тот, который, в котором они были в прошлом году, 500 метров приблизительно до пляжа, может даже чуть меньше, но вы знаете, здесь как-то ты ближе к цивилизации, потому что здесь все-таки городок небольшой, или даже поселок, наверное, деревня, типа того. И здесь есть рестораны, здесь все удобства, и какой-то фастфуд, типа картошка фри, блинчики и так далее, и мороженое развесное, и магазин, если надо, и на территории кемпинга тоже магазин, и какие-то бары, какие-то кафешки, и рестораны уже с наградами, то есть такие более изысканные. А тот кемпинг, о котором они изначально думали и на который мы должны были ехать, именно поэтому я тоже брала какие-то вещи не слишком на выгул, а чисто, знаете, чтобы пребывать на кемпинге и ходить на море. Там на территории очень средний ресторан и какие-то бары а-ля только бургеры, какие-то там кальмары из фритюра, картошка фри, и все, даже салатов особо нет. Ну и так питаться 10 дней мой желудок послал бы меня нафиг. И для детей это тоже нехорошо. Мой Томак мог бы такое выдержать, для него окей, но сори, как бы. И я тоже не очень хотела готовить в этой поездке, потому что, ну, если сразу, так знаете, полный хардкор, наверное, я бы первый и последний раз поехала и сказала бы, можете ездить без меня. А все-таки сама идея мне нравится, и я не против, и мне по приколу. Плюс сам кампер достаточно сильно нагревается, и еще если там готовят, то это был бы капец. Добрый день! Тут на кемпинге украинка, женщина с ребенком, и у нее сел аккумулятор. Просила о помощи, так что мужчины сейчас пойдут
помогать ей подкурить или как-то зарядить аккумулятор. Она на таком стрессе, но я представляю. И хорошо, что где-то там ее зацепило, поговорили. Такое знакомство спонтанное ей пригодилось, и я надеюсь, что поможет. Так вот, я не очень хотела, чтобы у меня отбилась вот эта охота ездить на кемпинг, если бы я тут и готовила, и сама стирала, и вот это вот все. Поэтому, мне кажется, это оптимальное решение, когда ты спишь в кампере, но при этом и ходишь на обед в ресторан, и где-то позавтракаешь, и поужинаешь на месте. Ну, в общем, для начала супер, мне кажется, и кемпинг на самом деле очень классный, чисто, девчонки, порядок, очень тихо, все такие культурные, приветливые, и сама атмосфера мне очень нравится здесь и по душе. Я думаю, что это не последний мой раз здесь, если бы не одно, черт побери, но. Это то, что в первый день я не могла особо спать в кампере, потому что ты все слышишь, у меня достаточно такой чуткий сон, и плюс Захарчик был немного приболевший, он кашлял, и я переживала, чтобы они тоже не грохнулись на нас сверху. Я надеюсь, что я этого еще не говорила, меня прервали в моем монологе, и если я повторюсь, то I'm sorry. Также сам по себе кампер, он легкий, он не может весить много, потому что есть определенные ограничения на дороге. То есть, если кампер тяжелый, и плюс ты берешь с собой много вещей, то он уже входит в категорию грузовиков, и тебе нужна другая категория, на которую ты отдельно сдаешь. На правах. Наш кампер весит 3 тонны с копейками, и он большой, то есть он на 7 персон, но он легкий, как для такого размера машины, да, и так вот, если кто-то идет, то он весь шатается. Первую ночь я была на диком стреме, и когда даже кто-то переворачивался, то это все очень сильно ощущалось. Плюс ты слышишь... так, попроще, трошка. Когда кто-то храпит, там еще, короче, вот эти вот все звуки, сверчки, совы и так далее, и ты просто охреневаешь. И все сразу. Первую ночь я вообще не спала, 2 часа на пляже вздремнула. Я думаю, так, мне нужно устать, выдержать уже, знаете, до конца дня и лечь как обычно, и тогда ночью я отрублюсь. Я пробовала беруши, я пробовала наушники с белым шумом, я пробовала даже вино выпить. Короче, первые 2 суток это была реально пытка, потому что я не спала, и плюс 2 храпящих мужчин в кампере, ну это просто трындец. Потом как-то они уже видели, в каком я состоянии, я там Томика толкала, чтобы не храпел. Дедушка тоже там старался как можно тише, и я сегодня наконец-то выспалась, у меня такое настроение, самочувствие и вообще. И меня совершенно не напрягает то, что нужно где-то пойти помыть посуду, нужно пойти отдельно в общий душ. Нужно пойти и помыться в общий душ. Вот это вот все, я не знаю, мне это нравится. Я думаю, что мы попробуем еще куда-то поехать на кемпинг. Это при условии того, что я все-таки смогу спать. Ну, а сейчас мужчины пойдут помочь нашей соседке, и дальше мы отправляемся в ресторан, как я вам и говорила в начале. Yeah.
Ух ты, какой кайф! Мы сегодня переезжаем на новое место, потому что наше забронировано другими людьми, и мы решили тоже остаться на этом кемпинге. И здесь у нас тоже зелень, любимый олеандр Томика, он там чуть цветет, даже пальмочка. В сарае уже капут. Ну вот это очень даже жива. Слушайте, прикольно, мне здесь даже больше нравится. У нас больше тенечка. Томик там нервничает, перевозит наш кампер. Ой, чудесно, у нас гриль прямо вообще рядом с домом, и душ, и кухня, и место для отдыха, и стиралки. Вот, посмотрите, мужчина там работает, их несколько на территории, и они шуршат прямо целый день, и они такие приветливые, обожаю таких людей. Я тут бросила свой зонт, свою пляжную сумку и вещи, которые нужно тоже в стирку закинуть. Вот тут теперь будем мыть нашу посуду. Вчера тут был мужчина, не снимала, но я уже была на ресепшене и узнала, как включить эту стиралку. Там, на нашем месте, я ее что-то не нашла. То, что я вам показывала, то, скорее всего, не стиралка или что-то другое, что вышло из строя. Покупаешь вот такую монетку на ресепшене, и потом, когда выезжаешь, то рассчитываешься за все услуги. И здесь стиралка и сушилка. Сейчас буду разбираться, что и как. И знаете что? Потом развешу, наверное. О, гладильная доска. Томик ржал, говорит, зачем тебе утюг? Люди тоже гладятся. О, едут, заезжают там на наше место. Томик за рулем. Дедушка штурман. Сейчас там психов столько. Да, посмотрим. Посмотрю. Добже. Так, ну мы переехали. Шеф на месте. Шеф номер два тоже. Расположились, разложили столик. Томик даже помыл пол. Это наше лежбище там. И теперь у нас за кампером будет весь наш хаос. Кухня. Он потом еще разложит плиту, мы здесь вместе готовим. Завязали с ним веревку, теперь вся моя стирка здесь, перестирала. Игнат сегодня будет ловить рыбу целый день. Свежая стирка будет, свежее белье. Все отлично. Теперь нам очень удобно. Каждый что-то взял с собой. И нам реально всего хватает для того, чтобы жить здесь месяц. Так, забираю свои капсулы для стирки. Нужно поставить еще цветное. Идем на пляж. В кухне мы, к сожалению, не готовим, потому что в кампере достаточно жарко. Но на улице у нас тоже есть плита, как вы уже могли понять. А здесь мы только разогреваем воду для кофе. Когда нет времени или сил с кофеваркой играться. Чуть не опоздали, Томик бежал как не в себя. У нас здесь нет машины, чтобы передвигаться между городами, поэтому мы едем на автобусе в Апатию, чтобы показать нашим друзьям, ну и самим погулять. И Томик так заболтался по работе по телефону, что чуть не прозевали, а следующий автобус только через несколько часов. Так что едем гулять. Интересно, сегодня утром делала фотки рядом с фирменным магазином «Аура». Это алкогольные напитки, и не только локальные. И сейчас сидим в Апатии, пью их джин-тоник. Кстати, прикольный вкус такой, но не слишком резкий. Это одно из наших любимых мест здесь, типа как бар с едой. Называется Ромеро. У них еще есть свой ресторан рядышком, Ружмарин. Но здесь мы проводили очень-очень много времени.
нашли бамбук. Погуляла тут по кемпингу, и я под впечатлением того, как народ умеет отдыхать вот таким образом. Они так обустраивают свои вот эти вот места. Мы уже с дедушкой присмотрели какие-то там шкафчики, что-то еще, конкретный стол более стабильный, что нам нужно купить на следующий год. Да, я поеду еще раз, мне понравилось. Если вам кажется, что это дешевый вид отдыха, то это не совсем так. Все, конечно, зависит от того, что предпочитаете вы, более комфортные условия или нет, потому что кемпинги бывают очень разными, все также зависит от страны, куда вы едете. Это национальный парк, где символическая какая-то оплата, или это частный кемпинг, как вот этот, 3 звезды, то есть еще гораздо лучше, есть и чуть проще. Тогда цена будет, соответственно, другой. Плюс, если вы купите там самую бюджетную палатку, это одна история, или вы будете арендовать кампер, то есть автодом. У нас он свой, как вы можете понять, и поэтому у нас вот этот расход отпадает. Но за 5 людей на кемпинге 3 звезды, мне здесь очень понравилось, правда, за электричество, за место, которое мы занимаем, то есть парковка, плюс мы все пользуемся абсолютно всеми удобствами, то есть это душ, туалет, место для гриля, еще наверняка что-то, интернет входит в нас, вышло 85 евро за сутки, за все это. Единственное, за что мы платили дополнительно, это стирка, покупаю жетоны, там для стирки отдельно, еще отдельно за сушилку, которой мы не пользовались. Жара нереальная. Мне кажется, я тут хожу и таю. В кампере тоже жарко, но ночи прохладные, поэтому более-менее комфортно. Наши друзья были в палатке, они и приехали позже, и уехали тоже. Забыла снять их рум-тур. Вообще забыла их даже спросить, можно ли. Они уехали чуть раньше, потому что дочка заболела. И непонятно было, что такое, поэтому пришлось возвращаться. Вот такой отдых с детьми. Так вот, они говорили, что в палатке, несмотря на то, что она специально затемненная, и они где-то там старались расположиться под деревом, то с утра уже так конкретно пригревало, и в палатке было достаточно жарко. И по поводу храпа, это, конечно, прикол. Об этом я не подумала, потому что я уже даже где-то там начала задумываться о маленькой палатке, куда мне выселиться, чтобы не слышать храп моих мужчин. Но оказалось, что может быть еще такая история. Моя подруга, жена друга нашего, да, они спали в палатке, и туда на одни сутки по соседству с ними, да, приехали еще отдыхающие и расположили палатку тоже ближе к дереву, то есть как спали голова к голове. А слышимость через палатку, ну, как будто кто-то рядом с тобой спит. И мужик храпел так, что даже не только моя подруга не выдерживала, а наш друг пошел спать в машину. То есть, если у тебя в палатке никто не храпит, то не факт, что в соседней не будут. И это, конечно, прикол. Я вообще, ну, даже подумать не могла, что такое может приключиться. Ну, логично, да, просто почему-то не приходило это в голову. Так, мои мужчины храпят ночь через две, поэтому две я сплю, ночь мучаюсь. И сегодня у меня снова такой день, когда я немножечко это не в себе. Но я накрашена даже, я ходила сфоткаться. И сейчас вернулась в кампер, посидела немного под кондиционером, потому что, ну, просто еле передвигаешься, и мне нужно все это дело смыть, потому что мне жалко свою кожу, вообще мне некомфортно. Ну, и так вот мы гуляем, классный городок, мне очень понравилось, правда, хочу еще. И вообще я могла бы здесь
наверное, месяц тусоваться с детьми. Дети заняты, они постоянно плавают, раззнакомились тут уже с остальными отдыхающими. Очень много посетителей из разных стран. Нет такого, что откуда-то больше людей, там из Польши или из Германии. Просто какой-то международный микс. И прикольно то, что дети свободно говорят на английском. Не только наши, но и другие. Они вообще без проблем общаются, играют там в футбол и не только. Общаются, что-то обсуждают. У них там свои вечерние посиделки, поэтому прикольно. И я не знаю, как другие люди вот сидят рядом с кампером там или с палаткой, читают книгу целый день. Есть и такие, которые не ходят на пляж. Ну, жарко же здесь сидеть, даже под навесом. Если нет ветерка, сегодня хоть немножко, то, ну, 36 градусов в тени, а на солнце это кобздец. Я не знаю, как они это выдерживают. Но даже наш дедушка ходит ближе к берегу, чтобы чуть как-то было больше свежести. Дедушка тоже стойко это все перенес. И я надеюсь, что ему отпуск так же понравился, как и нам всем. Мой Томик не то чтобы любитель, ну прям фанат палаток и всего этого такого. Он больше хотел забрать дедушку на его кампере. Раскупил для внуков дед, да. И сам не водит. И вот у Тома где-то чувствовал себя должным, что ли. Обязанность такую, знаете, ощущала, что нужно ехать, типа, раз есть кампер. Ну, а я вижу, что ему и проще, и легче, когда я поехала, и как-то так мы иногда делимся, иногда, ну, в смысле, заботами, связанными с детьми. Сори, я как будто выпив женщин, ничего не пила, честно вам говорю, но просто мозги плавятся. И когда он работает, я занимаюсь с детьми, когда мне нужно было что-то сделать, он тоже за ними мог присмотреть. И потом, когда у всех свободное время, мы проводим его вместе. Иду умываться, иду на пляж. Спасибо, что сегодня были со мной. Мы уже совсем скоро возвращаемся. На этом пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро. И не забывайте про пальчик вверх. А в комментариях напишите, пожалуйста, поехали ли бы вы в такой отпуск или нет.